Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой, дед Слива и прочие и прочие ништяки. Значит, так получилось, что обломилась ветка у сливы, но плоды еще не совсем созрели. Я не знаю, смогут ли съесть куры эти плоды или хоть что-то с ними сделать, но, по крайней мере, это кому-то интересно. Я только что позвал, прибежала молодежь довольно активно. Сейчас они уходят вон туда. Там их никто не трогает. Взрослые не лезут в их андеграундную жизнь. Вон еще парочка уходит. Ну а остальные разбираются тут. В принципе, и листья они могут есть, и плоды. Но плоды еще довольно плотные. Я бы сказал, что они не смогут их прокусить, проклюнуть. Не проклевывается. Вот такой петушок тут бродит. Это, по-моему, самый крупный. Похож? Внучок. Только лапы такие желто-зеленые. У пивня они розовато-белые, а у того петушка желтовато-зеленые. Вот так вот. Ну, в общем, как от нечего делать, то, в принципе, можно и листья поесть. Уже не такие вкусные сливы листья. Но, в принципе, с деревьев вкуснее, чем вон курица пытается отклюнуть что-то там. Ну, раз не получается, значит, не получается. Тем более, когда висит, оно не так успешно можно его съесть. В основном петухи остались. Ага. Четыре курицы и три петуха. Остальные так приглядываются. Арсений Селезнев, зверобой. Куры разберутся. Или будут есть зелень, листья, или плоды, когда они станут мягче, начнут склевывать. Значит, что получается, эти сливы, в смысле плоды, слив, они станут мягче через время, начнут сморщиваться. И я думаю, что тогда они смогут их обработать. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Вот такая у нас дегустация ранней сливы. Смотрите обновления. Пока!